Друзья, вот он что-то он покатился. Сегодня у 19 число был выводок. Залаживал 2 числа техасцев перепелят. Выводок получился у меня 90%. Вот они какие у меня. Все здоровенькие, хорошие. Вот они все. Вон они какие все. Красавцы. Вот. А выводок, если сделаешь все правильно, у тебя и будет хороший процент от выводка. Вот они такие пуговички. Пуговички. Вот они пуговички. Вот они. Вот они такие пуговички. Это вот моей старушки, несушки. Уже кальций выработался у них. Лысоватый становится. Вот такие дела. Сейчас вот с пуговичками будем разбираться. Ухаживать за пуговичками. В дальнейшем я буду вам показывать, как они растут. Вот они у меня какие. Вот брудер. Еще вот один у меня брудер. Инкубатор. Это у меня перепелятник такой. Вот уже клетки готовые. Маленьким пуговичкам. Так что в следующий раз смотрите мои видео, как они растут, мои перепеляты. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.